Привет, друзья, подписчики, кролиководы. Недельки две я не снимал, решил опять показать вам кролика. Вот какая уже малышня у серой. Серая лежит. Сегодня я уже перепокрыл. Да. Ладно, это сейчас я дам им отдельно, без вас, воды и еды. Покажу вам их просто. Здесь лосёк, кролик. Да, может его погладить, чтобы он не обижался. Все его пропускают. Он сегодня поработал. Молодец. Дальше. Эту я перенес, она сидела вон там. Перенес, потому что тут была крольчиха, то что я говорил, на ремонт оставил. Она покрыта, ей кролица, а у меня на эту сторону нету маточника. И чтобы мне не делать маточник, я их просто этих сюда перекинул. На крольчиху туда. Такая тоже малышня. Это буду через... А, это уже тоже перепокрыто неделю назад. Не забыл уже. Так, идем дальше. Кто у нас здесь? А это белая со своим выводком. Сегодня убрал у них маточник. Хватит уже им сидеть в маточнике. Тоже такие. Вот, идем дальше. Здесь черная. А, черная. И она окролилась 3 дня назад. Вот ее детки. Тихо. Все. Только тролль начинает выпрыгивать. Все нормально, все живы, здоровы. Все. Все, закрываем, в общем. Здесь рядом с ней эта Сташа была на ремонте. Она еще не окролилась. И кролица, кстати, все у меня. Сейчас загляну. Вот она. Все. Ну, гнездо сделала, ямку сделала. Пуха еще нет. Ну, пускай, может, нарвет. Так, внизу. Внизу. Тоже еще одна со своим выводком. Если, наверное, еще недельки, то две побудут в маточнике. Если он мне, конечно, не нужен будет. Вот. А рядом с ней... А, это уже откормочные, их скоро убирать буду. Еще не дерутся, но тут уже перебор. Надо скоро убирать. Так, идем дальше. Черненькая такая, она окролилась. 31-го такая, у нее уже детвора. В основном все черненькие, 2 беленьких. Спят, тоже все идет нормально, все как надо. Это был первый окрол. А, здесь пусто пока, здесь я малышню буду отсаживать, скоро провакцинирую. И, ребят, стало мне мало. Я припер еще 2 клетки. Это мои клетки, они стали в сарае. Там другое будет видео, где они стояли. Они мне там мешали. А здесь мне они очень даже необходимы. Вот этим клеткам лет по 20, а то и больше. Сейчас сверху нету никого. Такой раньше делали клетку. Это папа, по-моему, делал. Так вот сенник устроен. Очень тяжелый, кстати, обитый по бокам железом. Из дубового бруса каркас. Поэтому такие тяжелые. Ну и
здесь то же самое, в принципе. И сейчас пока здесь хранится все, чтобы не намокло. Так, а вниз я уже запустил. Вот, покажу. Это предыдущий выводок черный. 4 штучки осталось. У меня 3 забрали. Осталось 4. 7 у меня было. Вот такие. Ну, откроем, здесь сидят. Сколько? 3 белых, 1 черненький. Да? Или 1. И рядом запущено. Здесь у меня кролик сидит. Черненький. Он у меня заказан. И попросили передержать. Так что держу короля. Где его заберут? На, кролик. Так что такие вот дела. Добавился еще 2 клетки. В принципе, из-за карантина, так сказать, я их сюда выпер, потому что нет возможности, не было возможности купить ни бруса, ни сетки, чтобы построить. Вот видите, не хватает клетки. Поэтому пришлось эти использовать. Ну, будут как кормочные запасные. Что-то где-то кого-то отсадить, почему бы и нет. Ну, все, в принципе. Что хотел, показал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Всем удачки.